Блин, ну все-таки нравится мне такой орангель. Красиво очень. Привет, кинки казах, здорово. Так. Нормально сыграть с этой перемычкой. У меня на заднюю сторону чел полетит. Вот этот по-любому должен сюда падать. Он успел налепить. Приколите. Так, и у меня еще на крыше стучал. А его типа не взорвало? Отсюда чел у меня, походу, ушел в общагу сразу. Он понял, что тут нечего ловить. И сразу свалил. Где-то здесь сверху чел стреляет. Или снизу. В общем, надо в общагу заходить. Так, чел на второй поднялся. Он шочу его? Сейчас выйдет. Или так лучше его? Так, теперь у меня шестерка есть. Напротив должен быть чел. Там двери открыты. Я не понимаю, там чел с крыши стреляет или откуда? Короче, тут надо этого полутать просто. Блин, я приболел. Тут 2К дам. Я, наверное, М24 возьму. Тут увил есть. А у нас зона здесь, но это перекрытие моста будет, если тут зачистим все. Поэтому надо просто поаккуратнее сыграть, доиграть и ехать. Наверху вроде там никого нет. Тут тоже никого не вижу. А, вот чел. Это такой фрифраг на самом деле был. Бы. Меня просто солнце ослепило, если что. С крыши? Это с крыши. Привет, всем приветствую.
Тут как будто бы надо на этот мост ехать. Да и, наверное, уже. Как раз сейчас тайминги, они сейчас поедут. Кто старается успеть в зону. На ютубе, ребят, не получается запускаться, поэтому я в скором времени сделаю ВК-плей для трансляций. Вот, и буду туда ролики заливать и на ютуб. На ютубе только ролики. Не дает поток запустить. Тачка стоит, возможно, там еще никого нет. Тут вроде как тоже не лутано, да? Машина стоит. Что ж, ладно. Тогда я буду первый, кто туда заедет. Сейчас же должны ехать, по идее. Так-то, возможно, мне и на Сосновке стоило бы додраться, на самом деле, до конца. Там еще на заводе человека 2-3 оставалось. Примерно. Тут у меня на двенашках файт. Отсюда я не увижу. Да, отсюда я не увижу. Короче, я рано приехал. Как всегда. Я все время думаю, что типа люди смотрят на зону, ага, чтобы сразу переехать. Они просто берут и потом тут долутываются. Вот чел едет. На баге это хорошо. С баги легко выбить. А он так далеко, я его так убил. Как будто бы близко был. Показалось, что ближе. Ладно, мне какой-то 8x как будто бы нужен. И желательно дульник. Так солнце слепит, вообще ничего не видно там. А приближаешь и норм. А отдаляешь, светит. Приближаешь, капец. Вот как я по этому чуваку спрейл, который на Сосновке бежал в сторону лэпы. Вот то же самое. Вообще нереально против солнца пойтиться. Но зато очень красиво смотрится. Мне прям нравится. Офигенно. Еще тачка. Да не. Его убили. Сверху чел он бежит. Сюда куда-то, да? Блин, ну это не очень получилось на самом деле. Очень не очень. А куда он поехал?
Он ее баги забрал и просто поехал. Серьезно, тут же мост закрывать надо. Блин, надо сразу по колесам как будто долбарить просто и все. Это по мне издалека кто-то выстрелил. Еще один на такой же тачке едет. Да пробей ты колесо, блин. Ну нахер просто. Нереально со снайпы так попасть. Надо просто бить колесо и все. Чтоб разворачивало их. А мне откуда-то отсюда чел выстрелил. Я думаю, что он на лодку пойдет, скорее всего. Еще нормально по колесу поспреить не могу. Слишком поздно начинаю этот с автомата стрелять. Я все думаю, что может второй шот залетит. Все думаю, что залетит, а в итоге не залетает, и я просто пропускаю. Это нехорошо. Поэтому самое нормальное, это вот просто чел едет, ты бьешь по колесу, его тут разворачивает, ты его добиваешь просто и все. Потому что он пока из тачки вылазит, потерянный. То все, пятое, десятое. В общем, самый надежный способ, это просто пробить колесо машины. А чел, который петляет, ну он типа по-любому это... Чел какой-то встал. Мост, видимо, подзакрывать захотел. Что, зона испугался? Значит, отсюда, походу, больше никто и не поедет нафиг. Лучше б я на Сосновке действительно остался. Иногда вот так вот... А, нет, едет тачка. Вот сейчас покажу, как это надо делать. Вот так. Самый надежный способ. Ё-моё. Офигеть ты, конечно, летчик. Офигеть. Накрыло паренька. Так, этот чел у меня отсюда пойдет. Или не пойдет? Нет, не пошел. Вы издеваетесь, что ли? Давай, ты еще выпрыгни. Че бы нет-то? Спасибо, что хоть ты не выпрыгнул. Это жесть какая-то. Один приехал, выпрыгнул. Второй приехал, выпрыгнул. Вообще. Жесть.
Ну это я, кстати, хорошо, что не уехал. Там машина-то на самом деле нормально была. Ладно, поехали отсюда. Сейчас, наверное, уже и все. Офигеть, тут автопарк, конечно. В общем, проще по колесам реально бить. Типа, когда ты по колесам бьешь, это, наверное, процентов 90, то, что ты убьешь. Чувака разворачивает. Пока его разворачивает, ты ему нормально там спреешь. И потом он еще выпрыгивает, ты ему спреешь, пока он там сообразит, где ты. После этих всех разворотов. Короче, это процентов реально 80-90, что ты убиваешь. А всегда, когда чел не прямо едет, ты ему бьешь, его всегда разворачивает. А чел, который прямо едет, я думаю, можно и со снайпы там легко попасть по нему. Поэтому вот как-то так. Да ну, брось. Они просто выпадают. Там лодка еще сзади стоит. Не дефолтная, если что. Вроде как. Ой-ой-ой. Плюс вайбик. Не! Ну и хорошая комбинушка получилась на самом деле. А мы сейчас у этого патроны заберем. У него позиция, на самом деле, прям очень крутая тут. Так, ну это надо на этот файтить. А тот чел уедет, скорее всего, сейчас. Его я не найду. Он там на дропе, скорее всего, остановился, да? Чтобы дроп пощупать или что? А, ну он сейчас в тачку будет садиться. Я думаю, я вот тут просто ложусь. И вот так вот жду. Надо просто куст еще поймать. Это что такое? Это какая-то тачка приехала, ребят. Сюда тачка приехала, только что слышали? Или это просто моя скатилась? А, это какая-то тачка просто скатилась. Офигеть. Ну что, мы дальше по берегу просто играем, получается. Мы просто дальше по берегу играем. Потому что сюда никто не смотрит.
У меня тут зона, он в другую сторону смотрит, я понял. А, да? Ничего себе, у меня просто на острове чел. У меня на этом острове чел. А к тебе же... Тебе же жопа. Офигеть. Непредсказуемая позиция какая-то. Максимально. Если честно. Надо обратно вернуться. Надо, чтобы этот чел сюда посмотрел, чтобы я его убил. А для этого мне надо смог сюда откинуть. И желательно еще один. Чтоб он понял, типа, что я бегу, как будто бы. Офигеть! Димасик! Ничего себе! Димасик, спасибо большое! Вау! Кайфово-то как. Он просто вышел и меня сразу пульнул. На, вот так вот. Я тоже вышел и просто пульнул. Не сдыхай от зоны, пожалуйста. Он от зоны сдохнет. Сейчас, секундочку. Он сдох, ребят, или нет? Нет? И там у меня где-то чел. Димасик, спасибо огромное за 2000 рублей. Красота какая. Офигеть. Спасибо большое. Просто вот так, без слов. Нафиг. Офигеть. Но я там не понял особо, где чел. Но я надеюсь, что он мне в голову не попадет. Иначе я умираю просто. Он где-то вот отсюда стрелял. А, вот он побежал. Не-не-не. Я сейчас в этот дом просто сяду. Теорию. У меня справа, скорее всего, много людей. А тут, по идее, никого не должно быть. А что тут я... Да ну как? Пусть реально просто, ну топни, пожалуйста. А, ладно, я думаю, все равно достойно, ютубчик. Красивая карта, на самом деле. Ну вот так вот оно и бывает. Я тут убил чела, а сюда просто на его место пришел чел, который просто сидит. И ты вот все просто не прочекаешь, это нереально все прочекать. И вот, ну, это, наверное, дефолт соло. Когда ты играешь, что вот такая ситуация происходит. Поэтому нужно максимально, наверное, тоже просто сидеть и все. Ну, давайте посмотрим, кто выиграет. Досмотрим? Или не досмотрим? Да нужно, наверное, да, было. Мне просто под домом посидеть, послушать. Ну, кто знал, что вот оно так... Вот когда был датчик, это было прям вообще идеально, идеальное время, когда ты просто просканировал, есть ли чел или нет. Ну вот у него глушилка, опять же. Ну вот он, наверное, и выиграет. Да, он выиграл. Там чел от зоны умер. А, вот так вот ему дали, да? Там чел сгорел. Да, он его убил. Нормально. Нормально. Ну что ж, я 17-ку настрелял. Неплохо, в принципе. Отличная каточка.